А я хотела быть смелой и страстной, не знать в этой жизни границ. Быть начитанной, умной и властной, будто в фильме про супердевиц. А я хотела быть нежной и строгой, знать заранее, как и зачем. Быть желанной, но слыть недотрогой, избегая ненужных проблем. Я хотела быть сладкой загадкой, но при этом своим пацаном. Иметь первой леди повадки, не боясь в грязь ударить лицом. Я смотрела, старалась, пыхтела. Я искала вокруг и в себе. Не пойму. Так чего же я хотела? Быть особенной? Или как все?